I think it's 2030, as I hear the official narrative. 2030 год. Это то, что говорят лидеры Молдовы. Это та дата, когда можно закрыть переговоры. Я думаю, что это реалистично, потому что это средняя длительность переговорного процесса. Это звучит очень реалистично для того, кто еще помнит процесс переговоров в моей собственной стране. Если честно, размер Молдовы является положительной характеристикой, потому что чем меньше страна, тем легче ей интегрироваться. И иногда кто-то говорит, что вот страна маленькая — это проблема, а иногда это вот помогает. В Европейском Союзе очень много маленьких стран.